Шановні, доброго ранку, мозаїка дня. Як завжди, 8 ранку, з вами в прямому ефірі працює годину. Телефонуйте за номером телефону в студії 638-638, цей номер незмінний. Якщо телефонуєте з регіону, не забувайте перед номером телефону набирати 0482. Також не забувайте саме про те, що всі ваші телефонування голосно виходять у студію, тому будемо толерантними один до одного, будемо чітко ставити питання та уважно слухати відповіді. За традицією, сьогодні на вас чекає дуже багато цікавого, а також інформаційні моменти, а саме події, з якими пов'язан цей день в історії людства. Ми починаємо з вами працювати. У садах вишневих, мов калина, у блискучих зіроньках роси. День зустрічає ненька Україна в ореолі дивної краси. І душа співуча ще не вмерла, а злітає сонячно увись. Бой Петрії свята говерла, крилами надії обнялись. Моя Україна, як сонце в зеніті, як мати єдина, найкраща у світі. Моя Україна, зоря на світанку, земля солов'їна, доброго ранку. України засіяла слава через терни зоряних століть. Гордий прапор рідної держави у блакитті золотом горить. Небеса пливуть над нами сині, стугонить в серцях козацька кров. У чарівних зорях України котить хвилі голуби Дніпро. Моя Україна, як сонце в зеніті, як мати єдина, найкраща у світі. Моя Україна, зоря на світанку, земля солов'їна, доброго ранку. Моя Україна, як сонце в зеніті, як мати єдина, найкраща у світі. Моя Україна, зоря на світанку, земля солов'їна, доброго ранку. Моя Україна, як сонце в зеніті, як мати єдина, найкраща у світі. Моя Україна, зоря на світанку, земля солов'їна, доброго ранку. Моя Україна, як сонце в зеніті, як мати єдина, найкраща у світі. Моя Україна, зоря на світанку, моя Україно, доброго ранку. Так, «Мозаика дня» продолжает свою работу в прямом эфире. 6 мая весь православный мир чтит память святого Георгия Победоносца. Сегодня Юрьев день. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейрут, в древности Белит, у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой
музыкой и красотой. Именно поэтому сегодня, уважаемые телезрители, мы от чистого сердца поздравляем всех, кто носит это славное имя, имя Георгия и Юрия. Будьте счастливы, и все ваши мечты пускай исполняются. Мы все присоединяемся сегодня к поздравлениям, которые прозвучат в ваш адрес. А нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. 638-638 телефонуйте та залишайте привітання своїм близьким, друзям та рідним. А далі знов про події, якими запам'ятався цей день, 6 травня, в історії людства. Чим він запам'ятався та відзначений в нашому календарі. 6 травня 1994 року відбулася церемонія введення в експлуатацію транспортного тунелю, прокладеного під протоку Ла-Маншем, який з'єднав Англію і Францію. Він був урочисто відкритий лідерами країн-учасниць королевою Великої Британії Єлізаветою ІІ та президентом Франції Франсуа Міттераном. Одна з найбільших будівель ХХ століття – тунель під Ла-Маншем або Євротунель, який з'єднав континентальну Європу з Великою Британією, довгий час отримував звання найдовшого тунелю у світі. В цій якості його змінив після тунель Сейкан. Його загальна протяжність становить сьогодні близько 51 кілометра, з них 38 безпосередньо під дном моря. Вперше ідея з'явилася з'єднати Англію з континентом ще на початку 19 століття, коли французький інженер Матьє представив проєкт підводного тунелю. Протягом багатьох років вчені розробляли різні способи подолання протоки Ла-Манш, висуваючи все більш фантастичні проекти, але практичних результатів довелося чекати майже 100 років. Двадцать лет назад континентальную Европу с Великобританией соединил Евротуннель. Железнодорожный путь под Ла-Маншем на торжественной церемонии открыли королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Сегодня через туннель проходят до 400 поездов в день. Наполеоновский проект стал реальностью благодаря гениям инженерной мысли. 37 километров туннеля проложены под водой, глубина достигает 75 метров, общая протяженность 51 километр. Путь из Парижа до Лондона 2 часа 15 минут. Строительство тоннеля началось в 1987 году со стороны Великобритании, а через год со стороны Франции. 11 огромных пароходческих щитов работали без перерыва. 1 декабря 1990 года стороны встретились в намеченной точке на дне пролива. В системе Евротоннеля три пути, два основных для поездов и служебный, в котором через каждые 375 метров встроены проходы для обслуживающего персонала и аварийной эвакуации людей в случае опасности. Поезда перевозят грузы и пассажиров, а также автобусы, легковые автомобили и фургоны. Всего 25 поездов, которые каждые полтора месяца подвергаются тщательному техосмотру. Евротоннель проектировали и строили 13 тысяч человек. Стоимость строительства превысила смету почти в три раза. Оператор Евротоннеля – компания «Евростар». Предприятие стало убыточным сразу же, несмотря на то, что этот железнодорожный путь окрестили одним из семи чудес света современности. В 2006 году долг Евротоннеля превысил 9 миллиардов евро. Кредиторы инициировали процедуру банкротства. Но после реструктуризации задолженности Евротоннель впервые с момента открытия заявил о получении годовой прибыли, которая составила 1 миллион евро. Прибыль с каждым годом растет, но об окупаемости этого грандиозного проекта говорить не приходится. В октябре 2012 года Евротоннель отпраздновал перевозку своего 300-миллионного пассажира. Ось такої інформації ми сьогодні розпочали нашу мозаїку дня. І далі знов ще одна цікава
ну, не новина, а цікавий день народження. А саме Зігмунд Фрейд народився 6 травня 1856 року у моравському місті Фрейбурзі в сім'ї торговця вовною. А у 1860 році його сім'я переїжджає до Відня, де Зігмунд і з відзнакою закінчує гімназію та стає студентом медичного університету. Він входить в студентський союз, де активно вивчає історію, політику та філософію. Про нього далі в нашому сюжеті. Ми і впредь можемо столь же настойчиво підчеркувати, що розум чоловіка безсилен в порівнянні з інстинктивною його життю і бути при цьому правими. Но есть что-то особенное в этой слабости. Голос разума не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество вправе смотреть оптимистически. Но сам по себе он значит немного. Первенство разума далеко, но не недосягаемо далеко. І далі впродовж розмови про Зігмунда Фрейда хочемо вам запропонувати останнє інтерв'ю цього філософа, цього лікаря, який він дав компанії BBC 7 грудня 1938 року у своєму будинку. Можливо, це єдина збережена запис його голосу. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben
in Freiheit zu enden hoffe. Wenn sich nun freut. Ну и дальше уже будем знакомиться с событиями, которые подарили одесситы нашим деткам в нашем любимом городе буквально на прошлой неделе. И я с большим удовольствием сегодня представляю в студии людей, которые, не покладая рук, работают именно над тем, чтобы нам с вами, ну, хотя бы на одну минутку стало добрее, светлее и радостнее жить. Ну, а как говорят, если ребенок улыбнулся, то улыбка ребенка продлевает нам жизнь на целые годы. Поэтому я с большим удовольствием сегодня представляю ребят, друзей нашей программы, которые сегодня, несмотря на то, что утро, несмотря на то, что в 8 утра, пришли поделиться, ну, скажем, тем, чем они занимаются. В нашей студии Олексій Шкурат, специалист по створенню і реалізації проєктів декор-розпис «Стін Стріт Арт», та Олег Піддубний, керівник компанії «Колорит». Доброе утро. Спасибо, хочу сказать сразу, за то, что вы делаете. За то, что вы не сосредотачиваетесь на, скажем так, только на себе. Вы дарите радость, тепло, улыбки самым, ну, самому дорогому, что у нас есть, это детям. А как я уже сказала, что да, за их-то улыбку и жить стоит. Поэтому... Абсолютно согласна. Спасибо еще раз огромное. Ну и давайте, как уже в Одессе говорят, начнем с самого начала по порядку. Когда родилась идея проведения подобного фестиваля? И уже чем ведь значился, скажем так, фестиваль в этом году, который уже прошел на прошлой неделе? Ну а мы, с вашего разрешения, будем показывать нашим телезрителям, как он проходил. Наверное, я начну. Идея вообще по поводу того, чтобы детки из детского дома участвовали, родилась изначально у Олега Подобного, как раз у человека, который сидит рядом с нами сейчас. Вот. Родилась буквально за полторы недели до проведения мероприятия. Поэтому можно смело сказать, что мы проект, скажем так, городского масштаба смогли реализовать за очень короткий промежуток времени. Мы очень спешили, торопились. У нас рабочий день, например, был не 8 часов, как у большинства людей. А 24, как у нас с вами вместе. Вот именно. 28. Я вижу, мы говорим на одном языке сейчас. Вот. И мы приложили все усилия, работала большая команда над тем, чтобы реализовать этот проект. Как мы уже заметили, практически круглосуточно. И можем сказать смело, цель была достигнута, да? То есть... Удалось. Да. Могу рассказать небольшую предысторию. Давайте. У меня есть команда, инициативная группа. Мы участвуем в неком бизнес-коучинге, как это модно сейчас называть. И одно из заданий, которое там было, это сделать социальный проект. Угу. Социальный проект, который был бы интересен городу, был бы интересен обычным людям, да, может быть, он не касался бы всех, но мы выбрали детей, и в прошлом году я подсмотрел идею Алексея, когда они украшали стену полностью, раскрасили в отраде внизу, вот, ну там сколько было метров. Я смею тебя перебить, это не мы разукрасили, мы подготовили стену, взяли ее как бы такой гигантской разукраской, и принимали участие и одесситы, и горожане туристы. Тоже, да. Да, то есть взрослые, подростки. Мы только какие-то мелкие штрихи и некий контроль. Да, вы знаете, организация подобных мероприятий, это, как говорят, уже львиная доля успеха, потому что как подготовишь, так и пройдет. По-другому никак. И получилось, да, можно смело сказать, что то мероприятие прошло успешным, если Олег его заметил. Значит, получилось следующим образом. Увидели эту идею, и я предложил своим ребятам, говорю, давайте пригласим детей, пусть они нарисуют свою мечту на стене. То есть они изначально на листике А4 нарисовали свою мечту, вот именно в этом приюте. А потом мы, художники Алексея, перенесли эти рисунки на стену. И когда мы привезли деток, они уже раскрашивали свои рисунки. В том числе. Да, каждый свой рисунок раскрашивал. Трафаретку свою, скажем так, большую. По сути, да. То есть художники в контурах это все сделали. Но хотел сказать еще о другом, что мы сначала рассчитывали на свои силы. Нас 5 человек, мы рассчитывали на свой бюджет, какой мы можем собрать, каких партнеров можем привлечь. И, ну,
случайности не случайно, и тоже... позвонил Алексею. Да, это и процесс сбора помощи от тех или иных партнеров происходил тоже вот за этот промежуток времени. Мало того, что нужно было с нуля организовать этот проект, что это значит, да, это и краску, да, там капорол необходимо быстро было как-то... Стену найти сначала надо. А если говорить о стенке, да, то в данном случае город очень быстро пошел навстречу, то есть некое доверие уже к нам, так как мы рисуем и украшаем большинство стен города. По сути, вот, было сразу да. По стенам очень быстро откликнулись. Да? Следующий этап, это мы договорились, чтобы охрану производили. Да? То есть городская полиция очень быстро откликнулась, и в течение там, буквально 15-20 минут все было решено, и в течение дня там полиция стояла, охраняла деток, нас охраняла. Свет на всякий случай. Да? То есть, ну, мало ли что могло быть сейчас. Естественно. Да, непредсказуемый момент. Это было такое доброе, яркое, детское мероприятие, да, вот, и последующие моменты — это те партнеры, спонсоры, которые, в общем-то, нам помогали по каждому этапу. Ну, можно я скажу здесь, потому что можно, сейчас он дальше будет говорить еще долго. Все можно, рассказывайте обо всем, что связано. И мы вначале взяли небольшую стену, вот, которая на самом деле рядышком, там, где сейчас изображены крылья. Скажите, где стена, это уже адрес-то, скажите, куда идти смотреть. Один, по-моему, да, спуск Азарова один или два. Да, это получается, смотрите, дорога, от которая, улицы Азарова, от французского бульвара, который идет ближе к морю, есть такой вот спуск, который ведет в Отраду. И по левой стороне есть стенка, которая как раз вот мы подпорная стена такая. Одна стенка — это селфи-зона, которая получилась. Там мы такие крылья нарисовали и логотипы наших партнеров, спонсоров, кто принимал участие. Вот, которую мы и думали вначале только привести деток. А там и только эту стену список сделать. Получился. Ну, потому что, да, она реально, ну, поменьше, и мы на свои силы рассчитывали. Потом я позвонил Алексею, две минуты. Да и краску, уже... наверное, купили только на эту стену. Мы еще не покупали, мы тогда собирали ресурс. Я позвонил Алексею, да. Алексей говорит, приезжайте через 15 минут в офис. Мы приехали, через 15-20 минут он заинтересовался проектом и решил, что он... Ты сказал, что так долго уговаривали? А, ну мы просто общались. Вот, и он решил, что ему тоже есть интерес в этом проекте поучаствовать и тем самым тоже помочь. И мы взяли стену, получилось в общей массе 200 квадратных метров. То есть мы в 10 раз, по сути, выросли. От запланированного. Да, от запланированного, да. И вот куда мы не обращались, везде нам, по сути, открывались двери сразу. Вот от Рада Бич Клаб, например, куда эта дорога спускается, этот спуск, я приехал туда, такой ливень был, я приехал туда с ними побеседовать насчет того, чтобы они предоставили, ну, какую-то там столы какие-то хотя бы. Мы хотели детей покормить все-таки целый день. Конечно. Они с нами. Они говорят, ребят, давайте мы деток покормим, мы накроем стол. И они накрыли такой стол на террасе, там сумасшедший, короче, там первое, второе, меню. Ну чуть ли не компот, да, там все вот было, и это очень приятно. И другие ребята, вот Алексей говорил, краску, ну просто вот сразу же, на доброе дело, как говорят, сразу же все приходит. В течение двух дней, да. То есть это, можно сказать, самые быстрые переговоры, которые прошли, то есть по капоролу, то есть... Молниеносно выделили. А как вы считаете, какой-то перелом уже, да, в сознании общества произошел? Почему вот так все, скажем так, сложилось? Почему раньше не всегда так все просто было что-то реализовать, надо было долго ходить, объяснять, куча бумаг было. Можно? Ну, мы сами с этим сталкивались, скажем так, в прошлой жизни, да. У меня есть мысли на эту тему. Вот у меня проект связан с детьми. Мы выезжаем, мы можем в парке, либо там на городских мероприятиях работать. Детки раскрашивают трафареты. И этому проекту 2 года. Угу. И вот я его начал еще до того, как совершились события у нас на Майдане там, и все остальное. И буквально через полгода, когда я начал вкладывать деньги, начались вот эти в Украине события. И у меня был просто выбор, делать что-то или не делать. Вы продолжили. И, естественно, я не мог оставить все это дело и сидеть дома и бояться просто. И это решение, оно преследует вот практически все эти 2 года. Каждый раз, когда какое-то что-то новое делаем, всегда есть такой момент, когда, там, может, не надо, но когда ты просто делаешь это и с открытой душой, люди, в принципе, смотрят и верят в то, что я... Последние наши партнеры, я пришел к ним в магазин, просто так походил, надо это, там целый список, мы с Лешей согласовали. И говорю, все, мне надо поговорить с кем-то из руководства. Они меня провели, я познакомился с, по-моему, пиар
менеджер и там заместитель директора. Вот. Просто я рассказал, говорю, у нас такая-то, такая-то идея, дети будут разрисовывать свою мечту, мы их покормим, там торты будут, все такое. Она говорит, все, не проблема, просто, легко. Лаки, краски, там, по-моему, компания называется, дали все, что надо по списку, и больше даже в два раза, чем я просил. А вы знаете, когда глаза горят, это же видно на самом деле, да. Что, а могу сказать, у творческих людей, вот как вы, Олег, уже сказали, ну, не бывает уже... А может, не надо? Уже когда, знаете, поезд пошел, то он уже пошел по-другому. Уже конечная станция так, может я, быть. Я говорю, мы как, ну, как танки просто, нас нельзя останавливать. Так это же зависит от людей, которые находятся рядом с вами. У команды вашей расскажите, кто еще вот принимал участие? Да вы знаете, я думаю, что правильно, наверное, будет, если мы и назовем имена некоторые людей, которые также откликнулись и приняли участие в таком благом деле. Да, то есть можно сказать, что если говорить о художниках, которые корректировали какие-то моменты, там раздачу краски там, и так далее, то это команда, вот, в общем-то, с которой я уже работаю на протяжении определенного периода времени, мы украшаем вместе стены, да, то есть это и Ирина Лихошерст, и Ольга. Это мои помощники, которые, в общем-то, в серьезных проектах всегда подставляют свое плечо, и я могу смело отъехать на какой-то период времени, приехать, я буду знать... Ну, это команда, что одно слово, да? Пока меня не было, да, то есть будет все на высшем уровне. То есть, можно сказать, огромное спасибо. Олег, я думаю, что у вас тоже люди есть рядышком. Конечно же, есть люди, на которых можно опереться, на которых можно делегировать, да, какие-то задачи, и ты знаешь, что они тебя не подведут. И, естественно, это моя супруга Ирина Поддубная. Она просто, она, как говорят, да, за мужчиной должна быть женщина. И это та женщина, с которой мне вообще... Ангел-хранитель, да, всего, что вы делаете. С которой мне вообще ни о чем никаких вопросов никогда не возникает. Естественно, у нас еще ребята, которые... У нас даже есть человек, Виталий Костовский, он находится в Киеве, и он нам делал медиаподдержку, то есть соцсети, регистрацию в каких-то одесских порталах, где мы размещали эту информацию. У нас была задача больше не собрать людей, ну, прям, чтобы приехали горожане, там поучаствовали, хотя они были. Была задача... Просто зрители, да? Да, да, да. Просто, нет, они, некоторые приходили специально на это мероприятие, у нас была возможность оставить свои 5 копеек, как говорят в Одессе. Скажем так, ладошку, ладошку цветную, да, мы видели, да, на фото. Была такая благотворительная акция, кто сколько мог, давал, там, например, в такой ящик для сбора средств для детского дома. И кто-то кидал какую-то там монетку или какую-то денежку, получал любую сумму. Такой судочек с краской, клал туда руку и мог спокойно оставить любой отпечаток там на стенке. Да. А вы знаете, как это для взрослых вообще приятно? Они, не знаю, иногда... А знаете, где-то... как это для них? А, что у меня рука будет грязная? Да, это же повытирать на влажные салфетки, да. Тут... А для деток это было счастье. Для деток это было круто, да. Вот, получается, один парень у нас из Киева, двое ребят, тоже супружеская пара, Саша и Наташа, они обеспечивали техническую часть, там, некую компьютерную такую программу делали, но это не для проекта, это уже, скажем, для взаиморасчетов среди наших партнеров. Вот. Есть еще девушка Аня, она бывший диджей, она организовала нам музыку туда, то есть колоночки, ну, чтобы без музыки этого не было, да, мероприятия. Ну, да. Ну, вот, собственно, в принципе, по нашей команде еще... А, хотел сказать, что ребята, которые со мной участвуют в этом сообществе, да, бизнес-коучинге в этом, тоже очень много людей приехало. И это помощь, это окружение, которое помогает тебе делать какие-то поступки. Вот, ребята, и Богдан, и Сережа, и там еще ряд просто ребят, они просто приехали, потому что они захотели прикоснуться к этому делу, либо просто проявить себя тоже социально активно. Что писали ваши друзья, коллеги, товарищи в соцсетях из других городов? Сказали, что будут проект немножко так реализовывать у себя, дернут? Что написали? Дело в том, что можно сказать смело, что некоторые похожие, да, проекты работают уже по всей Украине. Можно привести в пример там арт-пикник Славы Фроловой, например, да, то есть они тоже узнали, что мы делаем такой проект и написали у себя на страничках там в социальных сетях о том, что вот в Одессе будет проходить такой социальный благотворительный проект.
ребята молодцы, да. Нам это было, конечно же, приятно и лестно слышать. Вот. Ну и со Львова писали комментарии хорошие, то есть множество друзей, знакомых. Всеукраинский проект вообще получился. Ну, ну нельзя сказать, что все украинские, но центр был в Одессе. Мы же любим свой город, мы будем говорить, что в Одессе, и мы настаиваем на этом. Ребят, как вы думаете, а вот для деток, которых, ну, и так судьба, да, они сильно балуют, получается, что это детки из интерната, вот как вы думаете, что это для них было? Они, я думаю, что многие из них впервые прикоснулись к такому моменту, поучаствовали. Вот что это для них в будущем может как-то даст какой-то отпечаток? Вот давайте, мы, если так чуть пофилософствуем. Знаете, вот вы сейчас только что сказали фразу, ту, которую мы заложили в начале этого мероприятия. И раз вы о ней сказали, значит, оно, в принципе, было правильно подано. Согласись, Леша, если вы говорите о том, что, ну, что это будет для детей, как это отобразится в их жизни потом, а мы везде это и говорили. То есть это... мы не говорим, что прям для всех детей, возможно, это будет с каким-то мероприятием, которое оно отобразится там в будущем. Олег, извините, перебью. Вы знаете, что если после такого мероприятия в дальнейшем Хотя бы один ребенок станет немножко счастливее, то мы уже с вами не зря живем вообще на этой земле. Была такая задача, и Ирина отвечала за детей, она говорит, что ехала в автобусе с ними обратно, они увезли с собой много подарков, в том числе и мы, и другие партнеры подарили. И дети просто... Вот 15-20 минут, пока мы ехали с этого места до детского вот этого дома «Светанок», дети там несколько раз кричали «спасибо». Причем без всякого дирижерства, без всякого... Просто искренне спасибо. Они обходили, приходили, обнимали. То есть она постоянно была как бы прикрепленная вот за детками. Детками. Да, и это, ну, это то, ради чего это делалось, по сути. И ради чего жить стоит. Да. Этот фестиваль закончился, он уже история. Что впереди? Чего ждать? Да и лето, потому что впереди. Делитесь, пожалуйста, планами, я знаю, они есть. Из ближайшего мы планируем сделать тоже такой социальный благотворительный проект, который тоже будет связан со стрит-артом, с уличным искусством. Основная вообще цель того, что мы делаем, это привлечь как можно больше одесситов к созиданию, к украшению пространства, в котором они живут и находятся. Да? То есть первый фестиваль, который мы делали, он каким образом возникал? Он возникал таким образом, что мы хотели привлечь одесситов, искали, кто еще в мире, в общем-то, мыслил похоже, да? Это и история Сингапура, например, да? То есть строилась вся страна, где привлекался каждый житель к построению страны, общества. Это и австрийский лидер такой, художник, сюрреалист и последователь Гауди, Фриденсрайх Ундертвассер, да, мы за основу взяли его некоторые картинки, да, рисунки, зарисовки, картины, произведения уже искусства, да, и в этом стиле как раз проводили первый наш стрит-арт-фестиваль, вот. И мы хотим разбудить, в общем-то, в душу и сердце каждого одессита для того, чтобы каждый житель города, каждый турист, находясь здесь, хотел созидать, творить и украшать пространство, а именно Одессу, где он в данный момент находится, живет, творит. И это позволит, в общем-то, сохранить то, что было когда-то сделано нашими предками, да, и подарить потомкам яркий, красивый, прекрасный город. Как вы думаете, желание у многих из наших с вами сограждан есть такое реализовать себя? Есть явное желание, да, которое проявляется в тех или иных действиях. И есть другой вариант, где нужно немножко потрясти. Подтолкнуть. Подтолкнуть, да. Приложить свою руку. Настолько уже просто бег времени, да, в котором они находятся, работать дом, семья, работа, бизнес, что не дает возможности сделать ни шаг вправо, ни шаг влево, чтобы хоть как-то выдохнуть, потому что все мы одесситы люди творческие. Вот именно, да. И второй вариант, это как раз вот это разбудить, показать своим примером, что вот даже детки из детского дома украшают пространство, да, то есть улицу Азарова, что вот на следующем фестивале, который будет буквально там через 3-4 недели, это в первых числах июня,
Мы еще не определились, или это 3-4 число, или это 10. Что тут осталось уже? Или это 10-11 число. Нет, дело в том, что там стенка гораздо больше. То есть там почти 1000 квадратных метров. Там мы планировали делать скворечники, которые будут разукрашиваться. Мы будем разукрашивать стены в парке героической обороны. Там есть такие стены, не очень симпатичные. А если делать огромную такую поляну разноцветных цветов? Вот, может, какой-то такой. Может быть, будем высаживать цветы, то есть в наших планах. Нарисованных можно. Да, можно как вариант. Мы планируем как раз с Олегом нечто подобное в дальнейшем сделать с цветным песком, да, то есть красивые какие-то. Хотим сделать инструменты. Просто сумасшедшую штуку в центре города. Это будет картина из песка, но пока об этом подробности. Пока рано говорить, да, потому рано что говорить. Мы еще не закончили прописывать план действий. Да. Да? То есть любое мероприятие, которое создается, оно требует там, хотя бы на листов 10-15 прописанного какого-то сценария, плана. Ну, да. Да? Что зачем идет, кого привлечь. Вот это на 13 листов было расписано. Ну, я думаю, что вы со мной согласитесь тоже, как творческие люди, что сначала прописываешь, но все равно все идет не по сценарию. Ну, это уже, наверное, так, практически. Ну, как вам сказать? Ну, процентов 70-80 по мероприятию, которые мы вместе вели, у нас шло именно все по графику. Например, там возникали какие-то вопросы, там, например, с транспортом. Да, с транспортом, слава богу, нам транспортная компания помогла, там, предоставила на хороших условиях автобус для того, чтобы деток могли перевезти. И туда, и обратно. Mm-hmm. Вот. Параллельно с этим мы сразу же подключились там другие серьезные компании, там Егормолзавод одесский. Там... Они вообще молодцы. Да, хорошее молоко делают. Ребят, знаете, а вот почему-то сейчас родилась такая мысль, может, предложение, может, это у вас уже в планах и есть, как-то задействуем, да, среднюю категорию одесситов, ну, там, взрослых, деток, а вот может сделать какой-то проект для более пожилых людей, потому что это же они только физически немножко пожилые, а внутри-то молодые и тоже все искрится. Я хочу сказать, вот если говорить о мероприятии, которое вот мы будем делать, я еще не успел договорить, кто там будет участвовать, там будут участвовать у нас, скорее всего, инвалиды. Замечательно. То есть мы хотим показать, что вот даже инвалиды, несмотря на какие-то определенные моменты, связанные со здоровьем, да, могут позволить себе найти, выделить время и украсить пространство. Да. А по поводу пожилых людей есть вообще отдельная история, очень интересная. Когда мы создавали карантинный спуск, спуск с силуэтами, там живет невероятная женщина такого же возраста, которая вместе с нами стояла и рисовала. Она нам очень много интересных легенд рассказала, там и Машков с ней общался, когда снимали «Ликвидацию». То есть практически определенная часть фильма снималась как раз у нее во дворике. И откуда появилась фраза «картина маслом» там, и так далее, это от ее папы. То есть такая одесситка. То есть настоящие одесситки, такие взрослые, да, уже такого возраста преклонного, бабушки, да, назовем их так, они становятся, в большинстве своем берут кисточку, помогают. Знаете, что-то спрашивают. Я думаю, что в следующих наших программах, когда будет уже возможность и у этих людей немножко-то уделить нам времени, угу. И вы уже чуть-чуть, когда с очередным проектом, скажем так, разберетесь, и когда он уже стартанет, я думаю, что нужно встречаться с ними прямо здесь, в студии, с такими людьми, и показывать, рассказывать о них нашим телезрителям, потому что, ну, это кладно. Они показывают пример, на самом деле, да. Они большие молодцы. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. Говорю еще раз, я начала с этой фразы нашу с вами. Сегодняшнюю беседу. И на сегодня только, я подчеркиваю, на сегодня мы завершаем нашу беседу. Ну, уже вам разрешаем пойти заниматься своими делами, потому что до этого времени не отпускали. А мы будем продолжать смотреть, принимать участие в ваших проектах. И накануне будем встречаться, приглашать одесситов и всех небезразличных. Ну и потом подводить итоги. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Шановні, «Мозаїка дня» продовжує свою роботу. І далі ще про одне цікаве благодійний фестиваль, який торкнувся нашого улюбленого міста минулого тижня. А саме пасхальна музична багатобарвність. Вона розкрила свої двері 3 травня у благодійному фонді «Медичний центр «Надія, добро і добробут». Як вона розпочалася? Далі в нашому сюжеті.
Вже не перший рік одесити мають змогу насолодитися світом співу, чарівної музики та спілкування з високодуховними творчими особистостями. Благодійний фонд «Медичний центр «Надія, добро і добробут» разом з Одеською єпархією ось вже не в перший раз запрошує одеситів на святковий благодійний фестиваль «Пасхальна музична багатобарвність». Цього року вони відкрили свої двері у світлі пасхальні дні 3 травня. Пасхальна музична багатобарвність – святковий благодійний фестиваль, знакова культурно-просвітня акція, яка стала вже давно візитною карткою нашого улюбленого міста. Близько 300 чоловік знов заполонили стіни концертної зали благодійного фонду «Надія, добро і добробут», який очолює герой України, почесний громадянин Одеси та Одеської області Володимир Станіславович Філіпчук. А віце-президентом цього фонду є Людмила Олексіївна Філіпчук. Ми дуже раді бачити вас сьогодні на відкритті благотворительного культурно-просвітительського фестивалю. І ми іскренне від нашої сім'ї поздравляємо вас з великим, світлим Христовим Воскресенням. Пусть ваші душі и души ваших близких наполнятся теплом, радостью, благородством. Пусть Господь оградит вас и ваши семьи от бед и невзгод. Желаем вам крепкого здоровья, благоденствия и радости, чтобы вы смогли радоваться каждому дню, солнышку, дождику. Сегодня по уже давно сложившейся традиции открывает фестиваль под названием «Пасхальное музыкальное многоцветие» Галина Анатольевна Поливанова. Это народная артистка Украины, профессор, академик Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. Она сегодня представляет своих учеников. Галина Анатольевна – замечательный человек. Она очень уважаемый человек в нашем городе. Она профессионал. Она очень благородный человек. И этому благородству учит своих учеников. Вы этому свидетели уже стали не один раз. Поэтому предоставляем Галине Анатольевне слово. А еще хотела сказать, что самое главное, что она очень большой друг нашого фонду благотворительного і нашої сім'ї. Цього року пасхальна музична багатобарвність розпочала бавити всіх, хто завітав на відкриття фестивалю 3 травня виступом учнів народної артистки України, академіка, професора, завідувача кафедрою сольного співу Одеської національної музичної академії імені Нежданової Галини Поліванової. Я просто хочу сказати, мені дуже хочеться, чтобы в следующем году, когда мы будем встречать этот светлый, замечательный праздник, чтобы, когда я здоровался сегодня с вами, со всеми моими дорогими зрителями, которых я давно знаю, и они меня тоже давно знают, чтобы всегда не было в глазах слез. Потому что сейчас, в последнее время, почему-то появляются слезы очень часто. Но бывает и от умиления, от того, что видишь, а бывает от какого-то горя. Мне очень хочется, чтобы никакой корзины, где есть определенные продукты, которые предназначены каждому по зарплате, чтобы это не было, чтобы была корзина полна всяких яств, чтобы на столе было все, что вам захочется. Ведь это очень важно. И самое главное, не терять бодрости духа. Господь нам помогает в этом очень. Потому что одесситы – это особый народ. Очень часто говорят, что это такое, одесситы, да, конечно, мы особые, чего говорить. Мы умеем бороться с неприятностями, с какими-то трудностями, не теряем чувства юмора, не теряем чувства достоинства и гордости, что всегда отличало одесситов. Я так думаю, я думаю, что вы все об этом думаете, и вы все такие. И сегодня радостно. Владимир Станиславович говорит, я пришел так рано, смотрю, уже люди стоят, пришли на концерт. Как это отрадно, что Одесса не теряет эти традиции, традиции познания нового чего-то, услышать, познать, пообщаться вместе. Я вот стояла, сколько у меня знакомых, я так рада, что мы еще живы,
и что мы еще здороваемся и христосуемся. И мне вам всем очень хочется сказать, живите, радуйтесь жизни, чтобы вокруг были цветы счастья в ваших детях, в ваших мужьях, в ваших во всех родных. И чтобы я еще могла бы встречать вас здесь с улыбкой, и вы мне отвечали улыбкой. Христос воскрес! Спасибо! Постійні глядачі та шанувальники благодійних святкових традицій, які започатковані та вже багато років проводяться родиною Філіпчуків, також не залишились лише глядачами яскравих дійств, а й від щирого серця також подякували Людмилу Олексіївну та Володимира Станіславовича за їх велике серце та відверті світлі вчинки. Позвольте поздравити вас від імені митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела з великим праздником Святого Христового Воскресіння и зачитать его пасхальное приветствие одесситам. Возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, с глубоким чувством духовной радости обращаюсь в эти светоносные дни каждому из вас со словами пасхального приветствия «Христос воскресе!». Вся глубина веры православной, весь трепет и радость христианской надежды и вся сила божественной любви выражены этим победным возгласом, раздающимся ныне под сводами храмов Божиих. Это всеобъемлющее торжество является поистине торжеством вселенским, ибо Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, приняв плоть человеческую, пожил с людьми, принял крестные страдания и смерть, и воскрес из мертвых. Отныне не закон смерти и тления, но сама жизнь и благодать, исходящие от живоносного гроба, вот та реальность бытия, которая вдохновляет Церковь к нынешнему торжеству. Эта пасхальная радость христиан не есть радость воспоминания о чем-то давно бывшем. Ныне мы являемся полноценными соучастниками и свидетелями благословенного воскресения Спасителя, как в свое время апостолы и ученики. И так же, как они тогда, 2000 лет назад, так сегодня и мы принимаем от Бога Его благие дары. Его страданием и воскресением мы избавляемся от власти греха, проклятия и смерти. По учению Церкви, воскресение Христово – это залог и нашего личного воскресения, которое начинается здесь, на земле, с преображения нашей жизни. Таким образом, воскресение – это дар Христов всему человечеству, ибо все, без исключения, люди воскреснут. Поздравляю вас, дорогие мои, с праздником Пасхи Господней, светлым воскресением Христовым, призывая на вас Божие благословение и желая вам неиссякаемой благодати Божией, радости духовной, мирного неба, любви и согласия в семьях, мудрости и достатка во всем, крепкого здоровья и долголетия, каждодневной возможности творить добрые дела и помогать ближним. Будем же надеяться на воскресшего Господа, встанем на путь нашего обновления, на путь мира и евангельской правды. На этом пути с нами Бог. Осеняемые лучами воскресения Христова, будем носителями света радости и совершенства. Христос воскресе! С праздником, дорогие сестры! Чарівний світ музики та співу заворожував своєю відвертістю, щирістю та талантом. Програма благодійного фестивалю «Пасхальна музична багатобарвність» буде бавити нас до 16 травня і завершиться виступом учнів народного артиста України Анатолія Дуди. Одним з цікавих та зворушливих заходів пасхальних днів чекає на відвідувачів 7 травня. «Сріблясті струни і я налаштую» – вечір поезії Сергія Філіпчука. Читати вірші буде майстер художнього слова Олена Шаврук. 10 концертів у виконанні відомих талановитих музикантів, артистів та виконавців чекають всіх з відкритим та щирим серцем. Саме з таким, яким Бог нагородив Володимира Станіславовича та його вірного друга, дружину Людмилу Олексіївну. З постійним прагненням бути корисним людям, з вірою в силу Божого благословіння, вони йдуть по життю. Вони – як символ віри у краще завтра і надія на духовне відродження кожного з нас. В продолжении пасхального музыкального многоцветия хочу сказать, что сегодня в 15.00 также на Французском бульваре вас ждет встреча с концертной программой, посвященной Дню Победы, в котором принимает участие муниципальный народный хор «Боевые подруги». Ну а завтра
тоже день не исключение в 15:00. Там же, в благотворительном центре «Надежда, добро и благосостояние», вас ждет встреча с поэзией Сергея Филипчука. Поэтому приходите и скрасьте свой день. Ну, а в завершении нашої сьогоднішньої програми «Мозаїка дня» хочу поділитися ще однією подією, з яким пов'язаний цей день, а саме 6 травня. Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в невеличкому містечку недалеко від Берліна. З дитинства вона захоплювалась театром, брала участь в шкільних спектаклях. Останні 13 років свого життя, 12 з яких вона була прикута до ліжка, Дітріх провела в своєму особняку у Парижі. І не стало її саме 6 травня, але 1992 року. А ми її запам'ятали саме такою, яка вона в наступному сюжеті. Ну а ми з вами зустрінемось завтра у 8 ранку, в суботньому ранку. Приєднуйтесь. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind.